Абаканскую протоку хотят засыпать, чтобы построить школу для жителей Южного берега. Речь идет об участке в 3 гектара. Экологи уверены, это может привести к катастрофе, такой же, как у микрорайона Белые Росы. Там жители уже несколько лет борются с неприятным запахом, мылом и водорослями, которыми заросла протока. Подобная судьба, если разрешение все-таки выдадут, ждет и жителей Южного берега. Чтобы этого не произошло, сразу 3 краевых ведомства – водное управление, среднесибирское УГМС и МЧС направили губернатору совместное письмо. В нем указали создавать новые искусственные участки в русле Енисея. Опасно. Невозможно предсказать все последствия, потому что меняется живое сечение реки, меняется скорость течения, она повышается. Уже совсем по-другому и в других местах идут русловые процессы. Ну и вопрос со школой на Южном берегу решать тоже нужно, уверены городские депутаты. По их словам, в микрорайоне сейчас не осталось мест под образовательные учреждения. По проекту школу и детский сад обещали построить в границах жилого комплекса. Однако подрядчик на этом месте построил склады и офисы. Теперь просят дополнительные площади под учебные учреждения. Изначально в мэрии согласились предоставить водоохранную территорию под строительство. Однако после заключения экологов разрешение отозвали. Теперь, по прогнозам депутатов, администрации будут искать альтернативные пути. Пока один из наиболее вероятных – построить школу за пределами микрорайона и запустить туда автобус. Денег сегодня не определено в бюджете. Ни источник финансирования, ни ответственные за проведение этих работ. И в этом смысле, безусловно, будем изучать и другие варианты, в том числе по поиску там каких-то автобусных маршрутов или каких-то других форм, или поиск других земельных участков.